Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории AstroScope и я, Виктор Леонидов. Современные бытовые метеостанции достаточно часто объединяют в себе множество функций. Однако бывают ситуации, когда необходимо собрать большое количество однотипных данных и удобно их отобразить. Метеостанция RAR500N, о которой я расскажу вам сегодня, является прекрасным примером подобного подхода. Данная станция отображает прогноз погоды, измеряет температуру и влажность. Как видите, не так много для современного прибора такого класса. Основной же фишкой станции является возможность измерения температуры и влажности в четырех местах одновременно. Достигается это благодаря наличию в комплекте трех датчиков измерения температуры и влажности. Это может быть весьма удобно для владельцев частных домов и тех, кто ведет приусадебное хозяйство. Можно контролировать микроклимат в различных помещениях дома, а также отслеживать температуру и влажность на улице и в надворных хозяйственных помещениях. Настройка станции сводится к процедуре подключения датчиков к ней. А большой 5-дюймовый экран станции позволяет отображать сразу всю информацию. Это очень удобно. Контраст экрана хороший, угол обзора достаточен. Для обеспечения наилучшей видимости показаний рекомендуется располагать станцию таким образом, чтобы ваш взгляд был направлен сверху вниз. Станция имеет еще одну особенность. Показания каждого из трех выносных датчиков, отображаемые на экране станции, подписаны цветными пластиковыми этикетками. Они легко устанавливаются и снимаются с помощью специальных фиксаторов. В базовой поставке присутствуют этикетки со следующими подписями на английском языке: гостиная, спальня, сад. Кроме них, в комплекте со станцией поставляются еще три такие же полоски без надписей, и вы сможете использовать их для нанесения собственных наименований. Станция имеет приятный дизайн. Она может быть установлена как на горизонтальную поверхность с помощью откидывающейся стойки сзади, так и расположена на стене, для чего имеется специальное отверстие в корпусе. Также сзади станции расположен лючок для отсека элементов питания. Для работы станции потребуется 4 элемента типа 3A. Для предсказания погоды станция отображает пиктограммы, имеющие следующие значения. Ясно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. Температура может отображаться по шкале Цельсия, либо Фаренгейта. Влажность измеряется в процентах. К слову сказать, станция предупреждает о повышенной влажности. При значениях более 60% станция высвечивает соответствующую мигающую пиктограмму, причем данные сообщения отображаются для каждого из мест измерения. Стоит сказать несколько слов о датчиках. Каждый из них оснащен собственным небольшим экраном, на котором отображается текущая температура и влажность в месте расположения датчика. Это весьма удобно. Датчики предназначены для крепления на стену, для чего на задней панели имеется отверстие. Еще одной особенностью является то, что для обеспечения большей герметичности крышка батарейного отсека прикручена тремя миниатюрными винтиками. Питание датчика осуществляется двумя элементами типа 3A. Стоит отметить, что для обеспечения нормальной работы датчика в условиях низких температур следует применять литиевые элементы питания. Рассмотренная нами сегодня станция имеет достаточно четкую группу потребителей. Ее функции прежде всего адресованы тем, кто живет в собственном доме и нуждается в оперативном и полном получении информации о важнейших параметрах климата, температуре и влажности. Впрочем, если вы живете в квартире, в которой возможно регулирование режима температуры и влажности, в каждом из помещений, метеостанция RAR500N прекрасно справится с функцией контроля микроклимата в вашем жилище. С вами была лаборатория AstroScope. До скорой встречи в нашем магазине.